Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Ну что, снова добро пожаловать в Танжару. Сегодня линия фронта от Азавы до вот этого самого населенного пункта взбодрилась. Боевики группировки Хурас-1 начали наступление и продвинулись до окраин нескольких населенных пунктов. После пары часов боев они отовсюду были выбиты и отброшены на исходные позиции. А это один из пикапов боевиков, который пытался атаковать позиции сирийской армии, но нарвался на мину вместе с экипажем штурмующей группой. Остались здесь, также здесь остались два мотоциклиста, в общей сложности 8 человек из духов, из группировки Харас-1 закончили свой путь у деревни Танжар. لا لا وقت